Югорским студентам проиндексировали стипендии. Выплаты стали выше почти на 10%. Такое решение приняли на очередном заседании окружного правительства. Увеличение коснутся всех уровней образования, включая бакалавриат, специалитет и магистратуру. Теперь минимальный размер стипендий учащихся колледжей и техникумов будет превышать 1500 рублей. За отличную учебу студентов вузов полагается почти втрое больше. Аспиранты теперь будут получать чуть больше 8000, ординаторы – до 20000 рублей. Сделано это в связи с приведением соответствия с нормативами на уровне Российской Федерации утвержденными, но, безусловно, наша стипендия включает в том числе северные надбавки и районный коэффициент.